4 марта 1945 года. В течение 4 марта юго-западнее Кёнигсберга наши войска вели бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника, в ходе которых заняли 10 населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом Кезлин, важным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли более 50 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону немцев восточнее города Штатгарт, продвинулись вперед до 100 километров и вышли на побережье Балтийского моря. За 4 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.